Дорогие друзья, сегодня готовим десерт или торт без выпечки. Торт этот будет с бананом. Оставайтесь со мной, будем готовить. Для такого десерта нам понадобится 2-3 банана и 100 грамм песочного печенья, сметана или йогурт 400 мл, молоко 100 мл, сахарный песок 6 столовых ложек, какао-порошок 3 столовые ложки, желатин 10 грамм и сливочное масло 50 грамм. Для начала заливаем желатин водой для набухания. Желатин заливают соотношение 1 к 6. Если у меня 10 грамм желатина, соответственно 50-60 миллилитров воды. Заливаем желатин, размешали и отставили в сторону до набухания. Теперь берем блендер, блендер-измельчитель, что у вас есть. И отправляем в блендер печенье. Можно целым, можно кусочками. Можно вот так мелко поломать. Поломанное печенье измельчаем. Измельченное печенье в крошку. Высыпаем в миску. И растопленное масло отправили сюда в мисочку. Хорошо-хорошо перемешиваем. Соединяем крошку из печенья с маслом. Смотрите, печенье уже держит форму. Первый слой десерта у нас будет печенье. Форму застилаем пергаментом и выкладываем печенье. Распределили хорошо по форме печенье и отправляем в холодильник, можно в морозильную камеру. Берем сотейник, вливаем в него молоко 100 мл. Теперь в сахар высыпаем какао и хорошо перемешаем. В горячее молоко высыпаем сахар с какао. Размешиваем и помешиваем до растворения сахара. Все это готовим на маленьком огне. Сахар растворился, теперь отправляем желатин. Смотрите, какой он уже консистенции. Отправляем сюда. Хорошо перемешиваем, не нужно доводить до кипения. Выключаем плиту. Плиту выключили. Еще раз помешали. Теперь выливаем йогурт либо сметану сюда. Уже плита выключена. И хорошо-хорошо перемешиваем. Все готово, все хорошо перемешали. Заливка для десерта готова. Оставляем. И теперь нам нужно почистить бананы и порезать. Достали форму с холодильника. Печенье уже застыло. И теперь нам нужно выложить бананы на печенье. Желательно выкладывать по кругу. Форма у меня 22 сантиметра. Нужно выложить так, чтобы все бананы поместились. Если у вас 2 банана, это меньше будет времени, меньше места нужно. У меня 3 банана, поэтому будем уплотнять. Вот так. Значит, вот осталось 2 кусочка. Значит, будем уплотнять. Можно съесть, а можно уплотнить. Это уже как вы хотите. Бананы выложили вот так. У меня получилось, смотрите, по кругу. Выкладываем бананы. Здесь у меня форма 22 сантиметра. Я уже, наверное, сказала, 3 банана. Так, и осталось только залить. И заливаем бананы и печенье заливкой. Прижимаем вот так бананы, которые поднимаются. Может так быть, может. Немножко так пристукнули, чтобы жидкость вся вошла во все щели и чтобы воздух вышел. Отправляем наш десерт в холодильник до застывания. Достали наш десерт с холодильника. И теперь надо нам открыть аккуратненько. Смотрите. Так, сейчас подниму. Смотрите, как он отстает хорошо. Все. Сейчас так вот покрутим немножко. Чуть-чуть провернем. Прокрутили. Теперь можем доставать. Кольцо сняли. Все. Сняли. Если какие-то изъянки будут, у меня в данный момент получились изъянки немножко при снятии тортика. Тем более у меня банан там выскакивал. У меня вот здесь банан выскакивал, я его поправляла и немножко-немножко повредила.
а он уже начал застывать. Сверху можно посыпать, то есть убрать изъяны. Можно посыпать кокосовой стружкой, можно измельченными орехами, а можно шоколадом. Шоколад можно измельчить ножом, а можно потереть на терке. Вот так. И посыпаем шоколадом. Можем по краю. Можем весь. Как хотите. Это как вам нравится. Как вы хотите, так и делайте. Как вы хотите украшать, так и украшайте. И все изъянки сразу закроются. Торт в холодильнике находился 5 часов. И сейчас проверим, насколько пропитался торт, насколько печенье пропиталось. Нам главное, чтобы печенье внутри, внизу, чтобы печенье хорошо промокло и не крошилось. Конечно же, лучше всего оставить на ночь. И тогда тортик пропитается хорошо. Помочь надо ножиком, поможем. Все. Немножко печенье потеряли, но это не страшно. Давайте посмотрим, что мы имеем в разрезе. Сначала идет слой печенья, потом банан, а потом желе. Ближе к свету, да. Так лучше. Я думаю, вам видно. Это кусочки шоколада. Сейчас я вилочкой подниму. Это кусочки шоколада. Убрала я кусочек шоколада, а то он мешал. Здесь тоже кусочек шоколада, но мы тоже можем его убрать вот так. Чтобы не портил нам вид, правда? Все, смотрите. Обратите внимание, какой хороший тортик. И теперь давайте я попробую, как он вилочкой. Теперь то был ножик, а теперь вилка. Смотрите. Вилка хорошо взяла. Значит, печенюшка внизу пропиталась хорошо. Ну, и берем этот кусочек и пробуем. Вот он. Очень нежный тортик. И очень вкусный. Я не знаю, как можно назвать. Можно назвать тортиком, можно назвать десертом. Но это очень вкусно. Очень вкусно и очень нежный вкус. Здесь у меня не сметана, а йогурт. С йогуртом получилось вкусно. Почему? Потому что я раньше делала со сметаной. С йогуртом я сделала первый раз. Мне очень понравилось. Дорогие друзья, если вам понравился такой торт, такой десерт, ставим пальчик вверх, подписываемся. Пока!